Картины о войне и черно-белых тонах со своими героями и фактами. Именно такой представляется зрителю выставка Александра Бакулевского «Черная акварель войны». Главная цель этой серии – показать настоящее лицо войны, не приукрашивая героизмом. Бедствие, где горят дома и рушится привычная жизнь, а в центре каждой работы – человек, его чувства, эмоции и переживания. Ни в одной картине нет ярких красок, но есть конкретное событие, произошедшее с участником войны. Именно его и описал художник. Здесь есть история о Великой Отечественной войне, Афганистане, Чечне, своеобразный контраст мирной жизни и военных действий. Когда мы услышали оценку ветеранов боевых действий, воевавших в Афганистане, на Северном Кавказе, о том, что война – это серое небо, война – это черный цвет, война – это холод, война – это голод, война – это ужасно. Мы поняли о том, что именно черная акварель войны и отображает само название, и сами картины отображают то, что сказали сами непосредственные участники. Этот проект, он является уже не авторским, это уже проект общечеловеческий. Просто Мария Л. в городе Йошкар-Ола этот проект стартовал. Идея создания проекта зародилась еще в 2018 году. Его родиной является наша республика. Начиналось все с нескольких работ. Сейчас выставка известна по всей России. Картины показывают школьникам и ветеранам. К проекту постепенно присоединяются учащиеся художественных школ. Историческая память о войне, чтобы люди помнили и хранили мир в стране и на планете. Выставка проходит в культурно-выставочном центре «Благовещенская башня».